Всем привет, вы на канале Корзину ТВ, и нас почта порадовала еще одной доставленной посылочкой. Давайте раскроем ее скорее и узнаем, что же нас ожидает внутри. Это у нас плоечка и еще одна посылка. Посылка в посылке. Ну, раскроем, раз посылка в посылке. Приятно. Все. Две такие тряпочки. Мягенькие, приятненькие, классные для очков, для стекол. Это у нас термометр. Ребята, это супер термометр, который позволяет измерять температуру вашего тела и тела вашего ребенка. Это инструкция, есть приложение для Apple и для Android, то есть iOS и Android, и Bluetooth, он работает через Bluetooth. Удобен для мониторинга температуры у ребенка. Ну, простая инструкция, в принципе, все довольно-таки ясно, понятно, то есть скачали приложение, включили, одели подмышку, обязательно подмышку. Здесь включили Bluetooth. Синхронизировали, и вот она, ваша температура показывается на телефоне. То есть ваш ребенок спит, а вы можете мониторить за ним температуру, потому что измерить температуру ребенка это очень сложно, я это знаю, особенно ртутными градусниками. Боишься, что они выпадут. Ну вот он, вот сам термометр, он такой небольшой, на липучке. Это и вся его длина. То есть это действительно только для ребенка, для детской ручки. Вот он стоит, датчик. Да, это только для детской ручки. Попробуем его включить. Вот он включился. У него включен Bluetooth. Он, видимо, ждет подтверждения через Bluetooth. Ну, что я хочу сказать. Время покажет, как он будет в использовании, но пока по задумке это все очень и очень удобно. Тем более размер небольшой, ребенку он не будет мешать абсолютно. Посмотрим, узнаем, обязательно вам все напишем. Так, что-то с него тут налетело совсем непонятное, мусора много. Теперь вторая посылка в посылке, что здесь? А, это... Портативный измеритель влажности кожи. Это скорее подойдет для девушек, как бы, кто заботится о своей коже, о ее состоянии. В общем, вот такой вот прибор. Странный прибор. У него вот такой датчик. Это как микросхемка небольшая. Она нажимается. И к нему инструкция по влажности кожи. То есть, как им пользоваться. Включили, сняли и приложили к коже, попробовали. То есть особенно сейчас это актуально, когда вот даже есть таблица. Для зимы, для лета и для осени с весной. То есть какая влажность кожи у вас должна быть на определенном части тела. Это полезно особенно для девушек, потому что следить за влажностью кожи, чтобы у вас не получалось каких-то там шелушений, пересыхание, чтобы она не чесалась. Как только вставила батарейки, он издал звуковой сигнал. Угу. Включаем. 0%. Ну, попробуем на руке. Я не знаю. Приложили, нажали и ждем. Вот, влажность кожи на руке 16,4%. Видимо, он мне показывает еще, что правильная влажность должна быть 32%. Ну, попробуем здесь. Вот у него приятная зеленая подсветочка. Вот, 48,8%. Это у меня ладошка. Все равно он показывает 32, я не знаю, что это значит, но разберемся по ходу дела. Вещь полезная, вещь нужная и удобная. То есть она небольшая, компактная и очень-очень здорово приобрести такую штучку. Девушки, это специально для вас. Ну и плойка. Вот такая вот плойка в хорошей упаковке с разными насадками. И к ней идет перчатка.
Тут на коробке указано, какие вы виды локонов можете сделать. Идет типа защита. Ну, раскроем, посмотрим. Плойка 5 в одном. Здесь пустая пупырка. Насадка одна. Инструкция. Как соединить, как что. Вот книжечка. Вот они, разные локоны. Все ясно и все понятно на разных языках. Ну, русского, естественно, нету. Или я его не нахожу? Нет, русского нету. Ну, в принципе, оно и так понятно. Так, вот такая вот перчатка. Ух, мега перчатка. Это термоперчатка такая, которая защищает ваши пальцы от перегрева, чтобы вы не обожглись. Здорово. Так, и вот такие вот насадки. Насадки из керамики, по-моему. По крайней мере, они гладкие. Вот такого вот вида. Интересно, они будут стоять? Нет, они не стоят. Ну что ж, посмотрим дальше. И сама плойка. И на плойке еще одна насадка. Попробуем поменять насадки, как это будет. Ребят, легко и просто. Здесь кнопочка и вот здесь кнопочка. А, вот. Все легко и просто. Есть три положения, то есть вообще выключено. Средний нагрев и максимальный нагрев. По мне, так это хорошее приобретение для тех, кто любит делать прически. Я думаю, это то, что надо. Я себе давно такую хотела. Раньше продавался Philips, по-моему, 13 в одном, но сейчас ее перестали выпускать, я не успела ее купить. А это вот такой вот набор. Как-нибудь я их накручу и вам обязательно расскажу о своих впечатлениях. В целом посылка удачная, классная. Пишите в комментариях, что бы еще вы хотели бы заказать. И еще пишите в комментариях, кому бы вы хотели передать привет. Мы обязательно это сделаем в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!